Здорово. Это что? Не знаю, на цветок похоже. Вот именно что похоже! Малой мне и то настоящее подарил. Эх, говорила мне мама, за жмота выходишь. Не понял, что происходит? Малой! А, Батёв, мне некогда. Приду домой, поговорим. Пока! Ну что, Серега, делать будем? Не знаю, как ты, а я домой пошел. Серег, ты что, меня одного тут оставишь? А я что, виноват, что ли, что ты накосячил? Ага, спасибо тебе, друг, блин. А что ты сразу обижаешься? Иди домой да расскажи все как есть. Ага, ты моего батю не знаешь, он меня вообще дома прибьет. Ну, если хочешь, можешь мои цветы взять. Может, тогда тебя сильно ругать не будут. Спасибо, Серег. А ты что маме подаришь? Да, ладно, я ей открытку подарю, ничего страшного. Дружище, я твоей доброты не забуду. Спасибо. Пацан! Пацан, постой! Это вы мне? Тебе, чё, не слышал, что ли? Не подходи близко, чё надо? Воу, успокойся, парень, спросить хотел, где цветочки взял? Где взял, там уже нету. Да ну чё ты, нормально с тобой общаюсь. Продашь? Чё? Ты чё, мужик, шутишь? Нет, чё мне шутить-то? В магазине всё скупили, цветов вообще нет. Ну а я здесь при чём? Цветы не продаются. Ладно, 500 рублей даю. Сколько? Чё, мало? Ну держи 1000. Забирайте. Вот спасибо, выручил. А то жена без букета бы дома прибила. Давай. Малой, он что, у тебя цветы отобрал? Нет. А ты что прибежал? Да я смотрю, к тебе мужик какой-то пристает. Вот и прибежал на помощь. Не, Серег, мне помощь не нужна. Потому что сегодня мы с тобой станем богатыми. Че, он тебя точно не треснул? Серег, я серьезно. Прикинь, этот мужик сейчас у меня 3 тюльпана за косарь купил. Да ладно. Я сам офигел! Короче, у меня созрел план! Слушай! А, вернулся! Дядь Коль! Вы чё? А, Серёжка, это ты? Я уж думал, малой вернулся! Не-не, я портфель у вас просто дома свой оставил! Ну иди, забирай! Ладно! Ну все, я пошел. Ты это, малого встретишь, скажи ему, домой лучше пусть не возвращается. Понял, передам. До свидания. До свидания. Ребята, минуточку внимания. Вы в курсе, что YouTube хотят заблокировать? Сначала в ТикТок запретили видео выкладывать, а сейчас Ютуб хотят заблокировать. Поэтому я создал страничку ВКонтакте. Если Ютуб заблокируют, вы просто продолжите смотреть меня ВКонтакте. Туда я заливаю видосы точно так же, как и на Ютуб. Поэтому, если не хочешь потерять меня, срочно подписывайся ВКонтакте. Ну, вот и вся информация. Продолжаем смотреть. Ну чё, Серёг, получилось? Получилось, получилось. Но скажу одно. Батёк тебя дома совсем не ждет. Да и фиг с ним. Мы сейчас с тобой разбогатеем. Я сам себе дом куплю. Ну так-то да. Логично. Все, Серег, смотри, учись, как надо обогатеть. Продам тюльпан со скидкой. 1 штука 500 рублей. Хлопчик, а не дороговато ли продаешь? Чего? Тебе если не по карману, то иди отсюда. Так 8 марта уже прошло, у тебя по такой цене никто и не купит. Иди давай отсюда, у меня уже покупали, и еще раз купят. Ну как знаешь. Ходят тут нищеброды, а? Продам тюльпан со скидкой. Здрасте, дай-ка мне штучку. О, видал? Не купит никто. По 1 штучке уже не продаем, минимум 3 тюльпана. Чего? Тогда продавай дешевле. Нету денег, нет цветочка. Хо, жулье, до свидания.
Малой, мы уж двух клиентов потеряли. Может, скидку сделать, а то так ничего не продадим. Продам, продам, не переживай. А, купи цветы любимой или маме. Что-то, походу, не разбогатеем. Блин, как так? Первый же покупатель купил 3 тюльпана за косарь. Че, у всех деньги кончились? О, все еще торгуйте. Торгуем, торгуем. Вот тебе 100 рублей, забираю все. Ты что, считать не умеешь? 15 штук, 150 рублей. Малой, продай уже хоть за сотку, а то так вообще ни с чем останемся. Вот-вот, послушай друга своего. Ладно, держи за сотку. Я не знаю, на что ты рассчитывал, праздники уже закончились, цветы больше никто не покупает. Че? Ну ты же купил. Ну я и купил за 100 рублей. Да, просто я жмот. Просто выждал момента. Капец, блин, Серега, и что мне теперь делать? Ой, ну, во-первых, отдать мне сотку, которую я тебе давал за цветы. С чего это? Я давал, чтобы тебе дома не досталось, а ты их продал вообще-то. А во-вторых, тебе нужно найти новый дом, потому что в старый тебя батя точно не пустит. Бизнесмен фигов.